Сгорел буквально за считанные минуты. Сегодня утром на конечной остановке Академгородок вспыхнул 31-й автобус. Все произошло, когда пассажиров уже не было в салоне. Водитель почувствовал запах гари, а буквально через пару минут загорелся двигатель. Кондуктор с водителем пытались потушить пламя тремя огнетушителями. Помогали и другие водители, но буквально за 20 минут автобус выгорел полностью. Я даже не знаю, как он загорелся. Вот подъезжали сюда, кондуктор мне кричит: «Горим». Я уже народ высадил, все нормально, даже ни дыма не было в салоне, ничего. Сюда подъезжайте, он как вспыхнул сразу, и все.